Мошки все-таки очень много. Ну что, друзья, очередное утро, мы в Храбулаке, тишина, попробуем поджиговать. Сегодня у нас будет, ну, джиг. Встали мы, короче, на, ну скажем, перед ямкой на свале, и сейчас будем пытаться из-под свала доставать судочка клыкастую морду. Здесь и потише, можно. Потише. А? С двойником можно? Да, здесь можно с двойником. С двойником или с одинарным. Так, ловить сегодня будем на приманке от компании Герман, модель Гоблин. Вот такие цвета. Гамбит интересные. Тоже у них есть цвета. И веном. Попробуем басара от Lucky John. И недавно я приобрел себе Mil Max. Тоже интересные у них комбинированные такие цвета. Модель толстяк. Толстяк, пискарь толстый. Прошу прощения. Пискарь толстый и модель. Я не знаю, как эта модель называется. Тоже вот такая интересная. Так, жиголовки у нас от Тулы. Есть крашеные, есть простые. Так, а где маленький совсем? Так, есть 16. Есть 20. На, вот это потом поставь. Три поклевки было на ту. Один сошел. О, на пискаря взял. Тут две поклевки прям вообще, ну, подряд. Второй заброс, ни одной поклевки. Не, у меня на турзине три поклевки было. Вот на эту сейчас тоже три, вот на третью. Точнее, на первую взял, на последние две какие-то холостые. Взял? Угу. Справишься? Поздравляю, Андрюш. То есть сегодня первый судачок.
проходной запираю. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Твоя помощь нужна будет. Не торопись, ты увидишь, вот это в воде. У тебя поклевка где там, подальше, поближе? Да, подальше, но. Не докинул. Не докинул? Фиш. Так, что ты взял хорошее, блин? Как хорошая. Ну, нормальная. Блин, течение. Ну, нормально, да. Блин, с этой палкой, конечно, вообще. Ну, дождался своего счастья все-таки. Вот такая рыбина на веном от Герман. Рыжий цвет. Под ворону. Ну, забирай быстрее, 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 быстрее. Так. Ну как, ну вот, клади его, все. Захуярил там все. Нет. Так, ёптыть. Ну сюда. Это ужик, блин. Где? Вон он. Здравствуйте. Вас кто сюда звал? Эх, вот вообще в идеале бы какой-нибудь тенек бы прям вот в теньке сидеть, а солнышко кидать. А еще и без мошек, и без комаров, да?
И кухня тут рядом была. Достал. Ёлка жопая. Клыкастая задница. Маленький. Он прям в топку улетел. Клыкастая задница проглотила мой силикон. Небольшой судачок. 110-й гоблин, у него прям вот по шарик. Так, ну что, наша утренняя рыбалка по джигу вроде бы так состоялась. Сейчас еще переедем, местечко поменяем, потому что здесь мелочь стала брать. Взяли одного в районе двушки, ну и, наверное, с пяток таких килошников. Работала резина компании Milmax, значит, пискарь толстый, цвета кола. Отработал гоблин белого цвета от компании Герман. Веном компании Герман, только вот такого рыжего цвета, и тоже вот такая кола, там не знаю, как это называется, там. Вот рыжая резина Кай от компании Герман. Да, и вроде бы в принципе все, особо ничего. Вот такие вот темные цвета. Тоже неплохо работали. Вот рыжие и темные. А, и белые. Вот. Сейчас переедем, посмотрим, попробуем что-нибудь в другом месте половить. Так, я поставлю трапола танцора. Андрюша ставит фиаль. Какого ты ставишь? Андрей ставит от Германа такого красножопика бандоса. Потом хочет черного. На танцоры. Если это не багр, то что-то серьезное. Но мне кажется, все-таки это поклевка, непонятная была. Но что-то тяжелое. Сейчас посмотрим. Тампок, танцор. Танцорик. Так, что-то Илюша хорошее поймал. Так, на 6 метрах.
Да, он прям сидел там на этом еле-еле. Вот это, бля, хороший, бля. Раньше вот таких проходишь, я помню, тоже там одного человека катал, Димка. Ро, Дим, смотри, сейчас будем забирать. Бля, как кто-то чпокает, смотри, как ты это делаешь? Я не знаю, кто это, но может быть, он не знает. Как все это делать? Но это не дрыщ. Но это не тот. Ну, уровень двушечки. Ну вот, не на отпуске, конечно, но что-то, блин. Так, друзья, ну что? Июнь, мы в Карабулаке, попробуем половить. Вода высокая, где-то на 2,5 уровень выше, метра на 2,5 метра где-то выше уровень. Пройти, в принципе, ну, затруднений никаких не было. Обычно здесь глубина бывает и 0,5, и 0,3. Ну, сейчас нормально прошли. Сейчас попробуем, не знаю, что получится. Река грязная, пух. По воде стелится грязь, так что не знаю, что получится, посмотрим. Это неплохой вроде. А? За слов, что зацепился. Есть что? Да-да, я жду у тебя. Открывай тряпкой.
Опа. Вот он. Идет, у тебя есть, да? Я не думаю, что багрешка. Ё-мазай, ё-мазай. Андрюш, поздравляю. О, я же тебе сказал за тебя. Так, у меня там окунь где-то болтается под винтом. Да подожди, лодочка-то улетит. Мотороги. Ёкторный. Ё-моё, вот это огонь. Не, все-таки джигом мы все приедем. Вот это огонь. Огнище. Я таких еще не ловил. Так, держи за это. Спиннинг клади. Теперь со мной это. Смешно будет, как его так, брать. Так, вот здесь за кольцо держи вот так, да? Так, сейчас, подожди, сейчас. Ты дурак. Это зачет. Хорош вообще. Блять, мне показалось, он соскочил прям. За это вот так бери. Сами на курок не нажми, а то он вывалится, и так за курок не бери. Если. Да. И ёб твою мать. Все, вот так повыше руку сделай. О. Держи. Держи. Теперь возьми его это. Стой, подожди, сейчас. Вот сюда. Нет, половничок. Вот сюда. Да, и вот так. О. Бля, пипец, он в кадр не влазит. Держи это. Ну, Андрюня, поздравляю, блин. Можно назвать трофеем, да? Да не можно, а нужно. Стой, что-то он не понял. Ой, зачет. Да, там потом здесь. Ну что, друзья? Мы его поймали. Андрюша. Хрыбаут выручает. Продолжаем. Да. Слабину, даже если ты сомневаешься, просто быстрее начинай мотать. Травку там не зацепи. Взял уже наверху или под? Не помнишь? Что-то уже. Потому что я, по-моему, далеко уполз уже. Я вообще много отпустил. Я отпустил больше, чем ты. Вот это тоже. Я взял наверху. Отходим. Без проклевки, без ничего. Багр. Багр.
Андрюш, слушай, а ну-ка, не знаю, подожди. Ёб твою мать, багр, но это... Давай на ту сторону, наверное. Осторожно, не столкни его. Я прям подведу, а ты его потом подведешь. Ты только когда увидишь его, тогда это... Не-не, убери его. Слушай, здесь хорошие стоят особи. Пипец, завтра с джигом сюда. Ну, это не совсем честный, но все равно. Такой же, да? Меньше. Меньше. Еще не фотку ты надо, знаешь, как сделать? С двумя вот с такими. А может, с тремя даже. Да как же, зуб же возьму. Ну что, мы еще одного взяли. Правда, не совсем, конечно, честно, но, блин, кайф он предоставил. Прям вообще просто хорошо так погулял на привязи. Подавил так мощно. Продолжаем ловить. Ба. Бершик. У меня есть. И у меня. Поближе к берегу стал. Не, у меня висит. Так, поближе к берегу. Много мелочи. Так, друзья мои, какая ситуация? Ближе к берегу прижимаемся, чаще клюет, но мелочь. Идем, ну, поглубже, и когда начинаем подниматься на мелководье, скажем, бровка такая, свал идет, вот там стоит крупный. Вот. А у берега что-то пока вот крупного никак нету. То есть мелочевочка такая, вся, короче, криминальная, все отпускаем. Сейчас будем пробовать опять проходить чуть поглубже и подниматься на перекатик такой.